Ребята, всем привет! Я на Канеру. Сегодня будем искать щуку, трофея. Пойдем на наши точки, где мы в прошлом году ловили. Далековато идти, правда, где-то километр, наверное, около. Ну, попробуем там сейчас разведать, что там с ними творится. Снег сегодня, ребята, пипец. Просто снегопадище. Мелкий, густой снег. Весь день сегодня обещает. Идет потепление. Кстати, это хорошо, когда потепление, должна щука брать. И вообще рыба любит. Любое потепление, клев усиливается во время тепла. Все, ребята, сейчас я выхожу на озеро. Надеюсь, сегодня что-то будет. А то как-то 2019 год неудачно складывается. Честно, я в новом году поймал всего лишь пару щук. И то одна маленькая отпустил. Как-то все не получается нормально материал отснять. Да и поездки не так часто зимой. Как бы раз в неделю получается выезжать на рыбалку, но не каждый раз удается заснять что-то интересное. Так что, ребятки, потерпите. Весной зато много видео будет интересно. Ну а зимой как получится. О, ну, может, сегодня получится что-то интересное. Ладно, все, ребятки, включусь на месте. Окунь поклевывает, ребята. Вот на такую мормушечку. Окунек дербанит. Ребята, у меня флажок стал. Вон только что. А я тут окуней потаскиваю потихонечку. Давайте еще проводочку сделаем. Торопиться не будем. Пускай там щуку заглатывает. Сейчас, может, еще кошка четвертого выдернет, пока клюет. Небольшенькие, ну прикольные. Разводки нету. Леска натянута. А ребята, леску размотала. Леску размотала, нихера себе. Опа. Что-то сидит. Куда-то утянуло. Не пойму. Не, по-моему, нифига не сидит. Всю леску размотала. Охренеть. Офигеть. 20 метров лески размотал. Не сидит, по-моему. Не пойму. Да, сидит, ребят. Он сейчас начинает сопротивляться. Ой-ой-ой. О, небольшая. Размотка-то какая-то, нет. Такая где-то 45, может. Хотя в пиявках, смотрите. У меня первая щучка есть сегодня. Маленькая размотала все. Давайте. Заглотила, походу. Я же открою ротик. Блин, надо за инструментом идти. Фух, надо, значит, будем ее освобождать и отпускать.
Какие около 100 грамм? Грамм по 80, может. Мелковатый, но такой приятный. Поклевывает. Уже 5 штучек. Можно заняться такой ловлей. Приятно, пока жерлицы стоят, молчат. Интересно. Главное, заметил, ребятки, надо подкармливать лунку. Немножко щепотку мотыля, и лунка оживает. Ребята, вторая поклевка на той же самой лунке. За сегодня тоже вторая, но с большим перерывом. Сейчас уже ближе к обеду уже. Пол 12 где-то. Не, 11, наверное. 11. Плотвы не было, поставил карасика. На карасика взяла. Размотка есть. Торопиться не будем. Пускай заглотят получше. Как разматывает. Хорошо разматывает. Когда первую щуку здесь размотала всю леску, вот метров 30, наверное. Шуганула как. Причем быстро размотала. Встала буквально на глазах. Пришел, уже все размотано было. С этой подождем, это поаккуратнее щука взяла. Пускай заглотнет. У нас тут свадьба где-то, музыка там, базары всякие, свадьбу празднуют, конкурс устраивает. Слышимость такая, трындец по всему озеру. Бросил. Ого. Раздербанила карася. Что не? Это трава. Траву загнала. Живет он хоть. О, двигается нормально. Ну все, ребята, уже вечереет. 5 час. Подходит к концу моя рыбалка, короче, сегодня. В общем, такие итоги. Никакие. Вообще все это грустно. Суповой набор с утра, вы сами видели. Одна щучка отпустил, криминалка. И 5 кушков. И потом все как отрезало. Ну, еще была поклевка на карасика, на жерлице. Ну, вы видели, мотала. Наверное, поторопился. Ну, до 12 было вот пару выходов. И все, и больше ни одного загара. До самого вечера тишина. В общем, грустно все, ребята. У меня вообще этот год как-то, вот 19-й, начался как-то совсем грустно. Просто непруха какая-то. И вроде бы столько материала наснимал, а монтировать-то особо и нечего. То камера отключится, когда щучку вываживал. Это на другом водоеме с пунцемси. То одни холостые сработки, блин, на 6 поклевок и только сходы. Ну, я сейчас, правда, уже жерлицы переделал там по другой системе. Сейчас уже сходов не будет так много. Ну, поклевок нету, нету поклевок. Погода жесть, снег, дождь, блин. Не знаю, погода ли виновата. Сейчас посмотрел эту программу «Рыбные точки». Показывалась сегодня активность хорошую, отличную до 12 дня. Как раз до обеда и была активность. А сейчас вечером, ну, как бы, хорошая активность, но хуже. Ну, по-моему, вообще нету этой активности никакой. Ладно, ребята, все, буду я завязывать, у меня же терпение заканчивается. Пойду я домой.
Так что, надеюсь, на следующем водоеме встретимся, будет более результативней рыбалка. А то пока как-то грустно, не прет. Ладно, ребятки, все. Оставайтесь на нашем канале. Надеюсь, что-то будет в следующий раз интереснее. Все, до новых встреч, пока.